Да, 10 минут челлендж начался. Камера, мотор. Ты будешь меня красить. Тоже меня накрасить до такой степени, чтобы я могла с тобой пойти в магазин и вообще дальше снимать видео. Вот только ты меня сейчас накрасишь, в таком виде мы будем снимать видео на школу Судуна. А вдруг я тебя не очень хорошо накрашу? Блин, у тебя все в порядке будешь? Так, подожди, ну тогда возьми на секундочку камеру, потому что мне будет очень неудобно. У меня, к сожалению, нету зеркала. Я даже не знаю, что со мной будет происходить все это время. Так, Поль, давай сначала посмотрим, что у вас есть в женской косметичке. Это что такое? Ну нет, ты должен сам определить, что это такое. Ну, да, пудра, да? Пудра. О, а вот это можно что-то Ну так, да? Давай, у тебя всего 10 минут. Вот ты пока шутишь, ты можешь выкинуть сюда всю косметику. Подожди, подожди, нет, все. Аккуратненько посмотри, что там у тебя. Ой, а я не испорчу это? Нет. Что это? Ну как ты думаешь? Это ресницы или что? Ну я не знаю. Посмотри. Может там написано что-нибудь? Ну-ка. Какой ужас. Ну она же не красит. Ну так что это? Не, я не понял, она как будто без краски. Давай, давай что-нибудь поинтереснее найдем у тебя здесь. Я бы с помадой поэкспериментировал. Это помада? Нет, ты должен меня накрасить полностью. У меня должен быть готовый макияж, понимаешь? Ну, помада же тоже включается. Конечно, все включает. Все, что там найдешь, в принципе. Вот с этим, наверное, мы справимся. Ой-ой-ой. Ну-ка. Это понятно, что это помада просто. Так, ты сейчас пукать будешь много. Ты с помады, что ли, начинаешь? Конечно. В смысле? Давай, пока хоть что-то успеем за 10 минут. Вдруг я не разберусь с другими причиндалами. Мне страшно. Я стараюсь аккуратно. Кто ж так красит-то? Какой ужас. Кто ж так красит? Миша. Вообще, это не моя помада. Давай, как там делаешь? А чё? Ну, немножко неровно, но нормально. Ну так, подожди. Я в таком виде сейчас куда-то пойду? Не, ну а там не видно. Нормально, чуть-чуть, да. Здесь все хорошо, ладно. Что такого? Помадой воспользовался, значит, помады больше не буду. Это что у нас такое? Что? Что это у нас? Чую сейчас. А вот это вот, судя по всему, красится штучка. И что она красит? Если бы я знал, либо брови, либо ресницы. Ну, как ты думаешь? Что выберешь? Нет, ты сам должен выбирать. Так, судя по всему, брови, да? А не отмоется потом? Да все смывается, не переживай. Ну, ладно, ты... давай попробуем. Ой, Зай, нет, Арменом станешь. Что-то мне не нравятся такие штуки. Ты передумал, да? Теперь да, ты... так, это что такое? Масло для лица преображающее. Ну-ка. И что это? Кажется, у меня проблемы. Слушай, а ты знаешь хорошего дерматолога, если что, на всякий случай? Ну-ка, подожди-ка. Все преобразилось, я, нет? А, какой ужас. Миша, ну оно же течет. А, для этого нам вот эта штука нужна. Не вздумай мне портить эту штуку. Так, подожди. Я просто не хочу руками трогать. В смысле, не хочу? Миша, что со мной происходит? Да не, все нормально, не переживай. А вот это что такое? О, не, подожди, где у тебя была вот эта штука? Миша, это так и будет стекать? Да. Это ты преображаешься. Ой-ой-ой. А где какая-то штука, чтобы это называться? Всегда было интересно поделать такой штучкой что-нибудь. Что ты делаешь? А, это на глаза? Что ты делаешь? Это на глаза, наверное, да? Да не, если правильно было, ты чё? Не, ну давай, глаза. Слушай, у меня же в подбородку течет масло. Какое масло? Ну-ка. Красота! Необыкновенно. Слушай, ты не будешь против, если я в таком видео буду с тобой ходить? Да не, нормально все. По городу. Не, вот здесь никто не заметит. Здесь так чуть-чуть преображается, как будто глаза нет, чуть-чуть кажется, вот сверху. Ну да, согласна. Вот. А так нормально. Ну все, да. Я надеюсь, это что. Подожди. Ну красиво, наверное, получилось. Да, в принципе, да. Нормально. Так, что у нас еще здесь? Это что такое? Угу. Его еще открыть надо. Угу. Ой. Ну что ты наделал? Что это? Ну что это такое? Ну как ты думаешь? Сейчас съешь шарик, если не скажешь. Не скажу. Я тебе ничего не скажу. Оно... Ой, ё-моё, ужас какой. Что у тебя в косметичке вообще находится? Ты мне всю косметичку испортил, посмотри. Подожди, это что такое? Я не понимаю, что это. Эколейджин какой-то. Пшикнем на тебя, может быть? Или что это такое? Ой, блин. Что это?
Я думал, духи какие-то. Что-то белое там у меня вытекло. Не, подожди, а вот с этим что можно совместить? Ну, ты, в принципе, правильно достал. Вот это? Да. Не, ну, конечно. Ну, только почему он весь пыльный теперь? Что это такое вообще? Ну, я не знаю, тебе нужно додуматься, что это такое. Понятно. Сейчас мы тебя запудрим, да? Или как это называется? Можно так делать? Не испортишь тебя? Бывает? Ну, делай, что поделать. Сейчас будем отмывать мой спонжик. Бедный. Там у тебя ничего нет, что ли? Ой. Ребята, я могу такая красивая куда-нибудь пойти? Да, конечно, можешь. О! Смотри, смотри, вот у тебя есть родинка? И нету родинки. Видишь, как хорошо? Там Билли в кусты врезался. Ну-ка, давай. Смотри, смотри. Сейчас. У меня важная работа. Ну, в принципе, если у тебя лицо будет немножко различаться по цветам, я думаю, ничего страшного. Ну-ка, сейчас, подожди-ка. Конечно, это вообще мелочи, на самом деле. Нет, смотри, я уже довел до автоматизма. То есть, во, у тебя прям родинки пропали, смотри. Да зачем мне, чтобы родинки у меня пропали? Ну, им действует что-то, значит, для косметики, для лица он работает. Ты должен разглаживать неровностью, понимаешь? Неровность? Ну, сейчас тем. Разгладим тут. Ну, у тебя еще одна родинка пропала, прикол. Ты мне давай лучше крась все лицо и побыстрее. Ты понимаешь, что у тебя осталось, ну, я понимаю, 4 ну... минуты. Ладно, пускай эта часть будет рыжая, допустим. В смысле, эта часть будет рыжая? Ну, там немножко рыжая она. Так. Смотри, ты понимаешь, когда такая косметичка большая, вот попробуй найди, что тут вообще. Вот это что-то такое, например. Там написано. Ты что, английский не учишь? Что-то там. Ну-ка, сейчас на русском, где у нас тут? Нету. Что происходит с Билли? Он периодически врезается, ну, в кусты. Это что-то для глаз явно. Вот это что-то для глаз. Ну да, наверное. Так. Ой-ой-ой. Страшно предположить, что сейчас со мной... Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Какой ужас! Это что, палитра? Ой-ой-ой! Сколько я буду мыть свою косметику! После всего этого. Наверное, это... Это что, тушь для ресниц, по-твоему? Она вообще... О! Да здесь можно что-нибудь написать, значит. Я тебе сейчас напишу, давай нормально крась мне, ты мне ресницы еще не накрасил. Ну, если у тебя здесь одна такая штучка, дай. Вот. Чтоб одинаково было. Супер. Так, ну-ка. Да это не для ресниц. А для чего это? Ну ты найди то, что для ресниц. Так, ты почему не закрыл мой тональник? Вот это что такое? Я крышку потерял. В смысле крышку потерял? Сейчас тебя намажу тональником. Не знаю, где крышка. Ищи крышку. Подожди. Вот она. Давай. Не, ну, в принципе, затоналил с одной стороны. Ну, конечно. Ребят, нормально? Посмотрите, пожалуйста. Ой, упал. Напишите. Просто. У меня нет экранчика на камере, поэтому я не вижу, что со мной происходит. Это хорошо. Но, полагаю, мой муж сделал меня очень красивым. Ну, подожди, смотри, что у тебя муж. Есть? Вот это что такое? И крем. Вот это глаз внутрь мажется, да? Ну, конечно. Это в мешок. Дективитный мешок? Да. Так, ну подожди, ну я на тебе уже все опробовал. Нет, ну хорошо, а тушь? Тушь для ресниц. Вот это? Ты мне будешь глаза красить? Я тебе подскажу хоть что-то. Вот это тушь для ресниц? Ну я не знаю. Или вот это тушь для ресниц? Нет. Вот это? Да. Так, она, по-моему, красилась хорошо, да? Ой, сейчас у меня будет вырви глаз. Главное, чтобы глаза Ой, на месте только оставили. Она что-то какая-то прям совсем красочная такая. Ну-ка. А ты прикрой глаза. Как ты держишь щеточку? А как надо, я ж не знаю. Ну, чуть-чуть, да, там будут это где-то черненькие, где-то не черненькие. Слушай, будут. Ну ты будешь хорошим визажистом, в принципе, если ой, ты... Ой, стой секундочку. Ну в смысле? Ну что ты делаешь? Подожди, подожди. Подожди. Биля, иди посмотри, дай, что дай, со мной сделал я папа. Еще рисую на лице, поэтому... Слышь, ты тату-мастер. М напишу, дай. Зачем мне М? Ну как зачем? Что, мне усы рисуешь? Нет, букву М. Вот, у тебя теперь пометка, что это я такой макияж хороший сделал. Везде вставляешь свое авторское. Это все? Так. Я даже не знаю, сколько там времени у нас уже. Так мало косметики, и ты мне такую гадость сделал на лице. Я просто сейчас хочу посмотреть на себя. Ну-ка. Мне... Что это? Что это? Посмотрите, ребята. Буква М авторская. Здесь у тебя такие, видишь?
что, красивые штучки. Что за отстой на моем лице случился? Отстой? Лучше визажист. Но зато ты это делал почти что 10 минут. Вот эту гадость, которую можно было нарисовать за одну минуту, ты делал целых 10 минут. Я же не знаю, где у тебя тюлень. Лучше бы мы сняли какой-то челлендж. Сейчас мы пойдем мыть мою косметику. Беля, иди сюда, Беляш. 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 Посмотри, пожалуйста, на меня. Биля, мне кажется, тоже немножко в шоке от того, что со мной происходит. Не, ну, ребят, смотрите, если кому-то нужен профессиональный макияж от меня, пожалуйста, вот. И только не забывайте, что вот пометка везде будет присутствовать. Ребята, может быть, теперь мы Мишу накрасим с вами в следующий раз? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Нет, ребята, если вы это напишете, то я не буду краситься. Будет, будет. Нет. Я его буду красить. Конечно, не он будет краситься, я мужчина. Я буду красить. Я женатый мужчина. Ну и что? Ты будешь красивый женатый мужчина, накрашенный. Ну как это накрашенный? Что это всё, такое? Все, ребята, а мы пошли есть горох. Хотя нет, не все. Хотите Алина с нами? Алина пукает после горох. Ты чё? Это же видео нельзя монтировать. Ты чё говоришь такое вообще? Алина пукает. Свои пуки сваливаешь на меня? Ребята, напишите, пожалуйста, у вас есть горох на даче? У кого есть, те пукают. Миша, мы сейчас нарушим условия челленджа и смонтируем это видео. Да ладно, что там осталось? Скажем, что там пукаешь. Вот там уже 11 минут, да, что-то. Все? Посняли видео? Да. Ну вот, смотрите, ребята, горошек давайте. Все, пока. Все, всем пока. А, и да, краситься я не буду. Буш. Все, пока.